23 мая для всех российских выпускников школ стартовал первый единый государственный экзамен по трем предметам – химия, география и литература. В Каспийске ребята с утра собрались в школе номер 6 имени Омарова. Здесь их распределили по аудиториям и провели инструктаж. У нас сегодня 11 аудиторий химии, сдающих, значит, одна аудитория география и две аудитории литературы. Основное требование – это соблюдение порядка проведения экзамена и максимально сделать так, чтобы дети в комфортных условиях смогли сдать экзамены и проявить свои лучшие качества, свои знания, умения, навыки. Основные правила проведения экзаменов остались прежними. Были внесены некоторые изменения исключительно в техническую часть работы организаторов. Отметим, что Управление образования города Каспийска совместно с руководителями школ города в течение года проводили семинары, лекции и собрания с родителями и учениками, где подробно объясняли, как правильно подготовиться к итоговой аттестации. И сегодня начальник управления образования города Лариса Абрамова посетила пункт проведения ЕГЭ, чтобы поддержать ребят. Это первый экзамен ЕГЭ в расписании. Уверена, что все у нас пройдет гладко, хорошо. От себя лично хочу всем нашим детям, всем нашим выпускникам пожелать удачи, пожелать не нервничать. Я верю в то, что наши дети сдадут успешные экзамены, все будет хорошо и результаты будут великолепные. В свою очередь дети запаслись важными атрибутами – гелевыми ручками, водой, шоколадками и отправились по аудиториям, где они остались наедине со своими знаниями.